Ну что ж, всем доброго времени суток, ребят, рада вас всех видеть. Привет, инкогнито, привет, Вить, спасибо тебе большое за твою поддержку очередную, ежестримовую, вот. Я сегодня даже с вебкой, представляете, шок-контент, шок-контент, потому что стример сегодня с вебкой, и... Я посмотрела, короче, нам осталось не так много проходить Little Nightmares, как ты говорил. Да. Не так много осталось проходить, поэтому, наверное, сегодня мы еще, возможно, пройдем еще Resident Evil 4, потому что, ну, типа, я пораньше подрубила, хотела подольше стрим сделать, но полтора часа это объективно как бы ни о чем. Поэтому будет, я думаю, две игры сегодня. Резик был неплохо тоже сегодня пройти. А то меня Юля постоянно спрашивает, что, когда уже будем играть всего в пятый, а я такая, я еще четвертый не прошла. Она говорит, сколько можно проходить? Я говорю, можно долго проходить. Так. Мне по-любому сюда. Я сегодня с клавиатурой опять играю, потому что мама куда-то дела мой USB кабель. Мне сегодня чуть плохо не стало, когда я захожу в комнату, а у меня тут, ну, как бы я еще PlayStation 5 же пыталась подключить к этой игре. И я просто вытащила как бы этот кабель Type-C и все. А мама, короче, просто его завернула, этот кабель, не вытаскивая из геймпада. И, блин, я думаю, господи. Бедный этот. Этот самый. Геймпут. Так, как там? Врубаем. А что там, типа, сильные концовки отличаются инкогнито? Если тень собирать. Так, что это? Я пишу legit lag, а не нормально. Угу. Блин, ну ты чё, ну ты... Он, сука, телек этот... Вот гад, вот гад. А тут сцена будет? Ну, она типа... Ну ладно, посмотрим в любом случае. Как дела твои? У нас пипец снег метет опять. У нас как бы и так до хрена снега, а сейчас еще метет. И я такая типа, куда? Куда мне столько снега? Зачем мне столько снега? У вас тоже много снега наверняка. Ну, я слышала, что игра хорошая, но я просто... Я просто такой себе игрок. Вот смотри свой телевизор. Телек, работай. Как мне врубить его? Ага, что-то нажал. Хорошеч. Привет, ты душ. Ну да.
Ля. Да, ветеран секира, не забываем, да? Может, и телек отрубить? Может, и телек нахрен отрубить? Сейчас интернет поотрубаю. Как интернет-то отрубить? Что надо сделать? Я не понимаю. Не включить ты его, господи. Ну все. Этот сначала врубить, а тут вырубить, да? Он что-то не вырубается, что ли? Чего не выключается-то? Я, может, какую-то не ту кнопку жму, но я все кнопки мира жму, понимаете, в чем дело? Алло, игра! Что я не так делаю? Блин, походу надо искать USB кабель. Ну мама его захреначила куда-то, понимаете? Блин, пойду искать, потому что так непонятно, что вообще делать. Сейчас буду искать. Каефы. Коротко моей маме ее любить, блин, убирать куда-то все, не пойми куда. Видные места. Куда можно деть двухметровый кабель? Двух, сука, метровый. Да блин, это просто реально проблема целая потом найти. Просто куда и за что? Вроде работает. Так, он подключился, интересно, или нет? Давай, работай. Шкотобаза. Вчера было написано просто. Типа, подключение выполнено, все дела. Тут что-то ничего не написано. Странно.
А сегодня что-то ничего не написано, странно. О. Отл. А вчера они подсоединились как под 360. Ну, ладно, здесь работа будет. Пью, короче, какой-то напиток, типа сок, этот яблочный с артезианской газированной водой. Очень вкусно. Без сахара, самое главное. О, работает, слава богу. Но поди всяк лучше, удобнее, конечно. Всяк удобнее. Я не понимаю, на какую кнопку жать, чтобы он... Он иногда ловит, короче, а иногда не ловит. Поздравляю. Все, получилось. Спасибо, спасибо. Блин, можно отключить телевизор? Потому что телевизор — это зло. А если вообще выключить телек, что произойдет? Мне как бы лень, конечно, возвращаться, включать. Я, в принципе, не смогу тогда попасть. Там просто сам факт. У меня есть тоже такие товарищи. Угу. Ну, сука. Жестоко, однако. Привет, Мэла. Вот до чего ваш телевизор доводит. Запомните, чат, телевизор — это зло. Тебе зло, да. Не, игра, конечно, максимально такая, блин, она мрачная, но она прикольная. Исключение того, той локации в больнице, он реально какой-то слишком криповый был. Вашего интернета. Тут только врубайся, получается. А в этой части, наверное, тоже есть, да, босс какой-то, как в первой. Как ваши дела, ребят, кстати? Ой.
Ой. Да в целом норм. Правда, на работу завтра. Не норм. У меня опять просто дополнительные смены там будут. То есть 24-го у меня будет выходной. 25-го я беру, у меня дополнительная смена. Потому что в отпуск уходит. Блин, все в отпуск уходят. В принципе, понятно, что делать. Земля пухом. Игра, конечно, умеет быть жуткой. Вряд ли что-то есть. Ладно, донесем дальше. Я просто на всякий случай решила перепроверить. Ну что за ты пряди волос, там постоянно вылезать мне лицо. Да блин, ну что ж такое? Можно подумать, что я просто такая стильная, типа, сняла, но на самом деле нет. Я не стильная. Я так понимаю, нам надо на еще ниже, значит. Блин, кто-то эту игру за один стрим проходит, а кто-то я. Да, кто-то очень медленный. То есть я. А я правильно все делаю хоть?
Или как всегда. Инкогнито, я все делаю правильно или как всегда? Удобно. Портабельный, я бы даже сказала. Я поняла, что надо делать. Вроде. Вроде бы. Потом заиграем вот такая выпу. О, багануло. Привет, багуля. О, привет. Ломаю игры профессионально, без смс и регистрации, кому интересно. Обращайтесь. Мне бы реально тестировщиком играм игр пойти. От меня ни один баг не уйдет. Классно. Это тоже верно, инкогнит. Ты правильно говоришь, конечно. Правильная вещь. Мне дает, а ничего мне это не дает. И какой в этом был смысл? Я что-то не понимаю, чай. Хорошо, я поняла. Ту-т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 у. Holy shit. Ту-ту-ту.
Ух, поехала в очередной раз. Все получилось. Поздравляшки. Чёртова прядь волос. Мне идет? Сейчас, погодите, это надо обдумать. Сейчас я приду. Отстричь? Да может вообще на лосо побриться? Какая же хорошая идея. Все, моя дружное семейство решило написать Да, но это будет не просто. У нас же много пашковских. Земля пухом. А я никак, наверное, тут ничего не сделаю. Сколько можно там писать? Первый раз же получилось. Да блин, этот кабель тупит. Так, у меня есть вообще нормальный работающий USB кабель? Как же хорошо с Type-C. Type-C, по-моему, намного лучше в этом плане. Они хотя бы так не ломаются жестко. Так, ладно. Лё, сук, не бей, лучше обоссы.
Так, надо что-то точно там делать. А я могу отсюда выключить? Блин, а что мне сделать тогда надо? Походи. Го со мной. Я не понимаю. Не, я по-прежнему не понимаю. А, с разбегу прям понял. Земля пухом. А телек не работает. Телек сломался. Да, это как достать сосед. Похоже, похоже. А что теперь? А, ну разумно. Эх, помню те старые добрые времена, как мы играли в «Как достать соседа». Классно было. На Бонгакамсе мы с вами проходили, помните? Конечно. По-другому-то как? Некоторые соседи очень любят так своих соседей доставать. Что-то скину. Видео обрабатывается. Блин, что там за видео было? Витя тайное видео, походу, с Бонгакамс. Блин, Витя какой-то видос. Хотя скинуть не скину.
Молодец. Извините. Он временно отключается или нет? Он временно отключается или нет? Наверное, не временно. Хорошо. А тут телевизор. А тут нечего, просто надо что-то еще дополнительно добавить. Привет, шмель. Да, стримера сегодня завезли. Ну, тележку мне нет смысла туда двигать. Вообще нет смысла. Есть. А как я сама доберусь? Ну, опу. Ну, это типа надо как... А как мне... Но, а как... Я понимаю это. А как мне добраться-то туда? Вот тут, видишь, какой проем большой остается. Я вот этого не понимаю. Что мне с этим делать? А я допрыгну? А, я поняла все. Ну, осталось только не лохануться. С Богом, чат. С Богом. Я даже знаю, что это за видос. Сори, ребят, самку утконоса заорала на видео. Да. Ой. Самку утконоса просто мне Витя скинул видос про самку утконоса.
Жесть, скотина орущая. Повезло только что. Ой-ой-ой! Не спасло. А в чем проблема? Идите к другому телеку, да и все. В чем, сука, ваша проблема, ребят? Ну, идите свой телевизор смотреть. Вот лук. Свои телевизоры смотрите. Утяночка. Забрал. Ля, сука, опять ты мразь. Мразот, отстань, бля. Ну, чел, ну так нечестно. Давай. Мне еще сиськи мять. Давай. Текаем с городу. Сука, ну так нечестно. Ну чел, ну плиз, отстань.
Бля. Ой, как я не люблю такое, как, сука, я не люблю такое. Господи, ты боже ж ты мой. Бля, пошел слоумо. Мужик, не пей, лучше басы. Ну, пожалуйста, ну лучше басы. Че, ну плиз, ну лучше басы. Ну, а басы ты лучше, ну, пожалуйста. Наверное, из контекста, если вырвать, очень хорошо будет звучать все это. Мужик, лучше басы, умоляю. Очень натурально прозвучало. Спасибо. Я старалась ради вас. Блин, не в ту сторону, не в ту сторону, чел, не бей, лучше басы. Опять басы. Сдохнет этот мужик. Мужик, не бей, плиз. Ну, обоссать всегда легче, согласись. Ну, блин. Очень удобно, неудобно. Потрох. Давно ты слух, кстати, не говорил. В такие моменты, конечно, вообще весь свой запас словарный вспоминаю. Не люблю, когда за мной кто-то гонится, блин. С детства эта тема вообще не прельщает. Да тебе боссовые сны снятся, когда ты в супер, блин, слоумо бежишь. И тебя пытаешься сбежать от кого-то, у тебя не получается. Это... Ля, крипота. Крипота действительно. Спасибо. Ля, ребят, он за нами выехал. Чел выехал за нами. Пульт сломан. Так, это финальная глава или чё?
Нет, это не финальный гвоздь. Ну, я уже поняла дальше финал. Чё, он обосрётся, отвечаю. Не зря он пакет на голову надел. Он, наверное, очень страшненький. А, надо что делать было, кажется. Блин. Ну да, я знаю. Я правильно хоть делаю? Правильно что-то делал в своей жизни, чат? Почему он по КД встает? Что-то должна нажать или что? Мне хотя бы скажите. Да-да-да. Битва экстрасенсов. Есть такое, есть. Пахом сейчас выйдет. Курлы. Он стал пахомом. Да, видите, что с людьми интернет делает, точнее телевизор. Так, ну это конец 4 главы. Блин, да. Капустный, блин, спикабель.
Это гадость, так и знала. Мне не нравится, когда идет сохранение, если честно. Я не понимаю. Что надо сделать? Что надо сделать? Спасибо. Бля, наркомания тяжелая. Да, это жестко. Ой. Ой. Thank you.
Наверное, оттолкнуть может. Так, ну все, вроде дошли. Лёсок большая какая стала. Я шестая совсем в кухню поехала. Поворот не туда, поворот не туда. Не сюда, не туда, не туда, не сюда. Поворот никуда, поворот не туда. О, повезло мне, повезло. Опять не повезло. Все, купаю. Ту-ту-тум. Поворот не туда, поворот в никуда, сука. Не жги, пожалуйста. Очень прошу, Христа ради прошу. Крипово. Не ешь. Что она меня не увидела? Блин, да господи, сраный геймпут. Живи. Что-то должно произойти.
Земля пухом. Взломи уеб... это... Поняла. Изи. Изи бризи лемон сквизи. Я думала, финальным боссом будет тот мужик, оказывается, на. Як! Успела, догнала! Мразь. Это скотобаза обоссанная. Она научилась, она учится. Блин, вот она быстрая скотина стала. Надо, я поняла, что надо. Я смогла. Подумал, что это не так не делаю. Так это ж был уже. Как await. Блин, надо что-то прям думать. А финал уже? Не скажу, не помню. Ой, ты чё? Ты чё такая агрессивная-то? А, это типа финал, я надеюсь?
А что мне тут делать-то надо? Я понимаю, что он справа. Я не понимаю, как мне его забрать. Вот в чем дело. А вот так. Ну, это типа сложнее, чем кажется. Поняла. Я не успеваю. Как успеть? Он же такой медленный. С этим топором. Я не успеваю. Она же быстрее меня, блин, в 1000 раз. Привет. Я не понимаю. И как, блядь? Извините. О, привет. Я не понимаю, как мне это сделать. Как успеть? Он, сука, медленный, блин. Понимаешь, я не успеваю. Я не успеваю, лол. Как? Я кричишь у левой двери, я... Получается сразу к верхней левой бежать. А по-твоему, а как я должна кричать-то? Это, блин, просто хуже, наверное, только... Блять.
Это самый тупой момент официально. Ты говоришь, да как я успею это сделать, типа? Она меня... Ну ты, наверное, и человек. Тупой момент, максимально тупой. Блядский просто момент. Пиздец, она... Окей, я посмотрю, как проходит. Ну, потому что это просто, типа, максимально тупо. Именно такого финала я и ждала, конечно. Поехали. Поехали. Сука, еще реклама, сейчас приду. Не буду я методом V проходить, вы шо? Я не знаю такой метод, впервые о нем слышу. Впервые слышу об этом методе, ребят. Так вот. Лол, чел вообще по-другому сделал. Чел вообще по-другому сделал. Блять. Занят. Genius!
Genius! Вот и не заорала. Блин, он меня касается, и мне больно из-за этого. Так, надо еще раз. Закрепочную, так сказать. Чербит. Просто понять надо принцип действия. Хова. Он типа зовет ее. У первой двери. А, он немного по-другому триггерит. Стрельба постоянно. Вот она меня просто хреначит, а у него она спокойно абсолютно реагирует. Типа, у меня сложнее версия, давайте признаем уже наконец, что у меня всегда игры сложнее. Версии сложнее. Вот она просто берет и реагирует. А у него она на изи. Она у нее не триггернулась даже. Блин! Ну как? Ну за что? Блин, почему мне сложнее? Сука, мразь! Ну почему у него легче? Почему он так быстро это тебе сделал? Ну почему? Она у него просто его не трогает в этот момент. Он просто уходит, а она просто стрейфится назад. И у него как будто бы, блин, промежуток есть. Что за... Вить, подкрути нормально, пожалуйста. Блин, вот. Да, как? Реагирует тут так, а у него она по-другому реагирует. Ну что за хрень?
кусок дерьма не могу взять, и все. Спасибо. Я тебе сказала, что я смотрю видос, у чела получается так. Почему у меня тогда так не получается? В чем вопрос? Ну вот просто не успеваю в тайминг чуть-чуть. Он так делал, так удобнее. Бежать. Потому что там нагляднее, наверное, не? Вот и все, вот и получилось. Типа, мне так удобнее, потому что я видела, как он это делает. Нани? Так, встали все быстро, встали. Встали, встали. Нани? Наложилось, наложилось. Блин, уложилось. Блин, это, конечно, меня бустануло. Видите? Сразу лучше стало. Вся отечество наше свободное. Братских народов союз вековой.